Я хочу зробити заяву таку відкривальну. Ми сьогодні відкриваємо наш таке турне по всій Україні. І для мене дуже велика честь, що ми починаємо рухатися по країні з вашого чудового, абсолютно феєричного міста. Рівно два роки тому, ці дні холодного лютого, український народ стояв на вогнено-крижаних барикадах. Їх били, в них стріляли, їх убивали. Але народ сказав: ні кроку назад. Помремо, але не здамося. Помремо, але не дамо продовжити грабувати нас і нашу країну. Помремо, але більше не змінимося з безпросвітністю. Будемо стояти проти злочинного режиму, злодзів, брехунів і олігархів. Їх вбивали, але вони не здавалися. І йшли ще далі вперед. Йшли до кінця і перемогли. Два роки тому втекла злочинна влада і її очільник Янукович. Неможливо не захоплюватися героїзмом народу. Тоді людство дізналося, що існує найгордіший народ в світі – це українці. Тоді загорілися очі у мільйонів українців від надії, що перше за роки незалежності завтра буде краще, ніж сьогодні. Тоді мільйони молодих українців вперше відчули гордість за свою країну, за своє суспільство. Тоді ми всі були впевнені, що це був початок нової України. України без корупції і без правителів, які тільки мають брехати, грабувати, руйнувати і нічого не робити. Тоді ми усі були впевнені, що був початок, що це був початок нової України, нової країни. України без корупції, без того, що я казав. Але Україна, яка належить українському народові, а не купці олігархів, які мають право на все, чого вони захочуть. Ми думали, що це народження європейської України, що минуле більше ніколи не повернеться, що одна темна глава історії закрилася і починається нова світла історія, нова сторінка. Загляньте собі в душі. Згадайте, що ви думали тоді, якими були ваші і наші очікування, наші спільні очікування. Згадайте, і я впевнений, що в дні Майдану ніхто не мог припустити, що менше ніж через 2 роки уряд України буде належати тим же олігархам, проти яких стояв Майдан. І було багато мешканців вашого міста. Що корупція буде стільки же, а то й більше, ніж було, а злидні буде ще в рази більше. І в уряді, і в адміністрації президента, і в парламенті про це багато не хочуть чути. І говорити, але і визнавати. Але факт є фактом. І він один. В Україні стався олігархічний переворот, реванш. Контрреволюція вже відбулася. Влада продалася олігархам. Влада відмовилася представляти народ. Політичний розклад сил абсолютно не відображає думку і настрій нашого суспільства, нашої громадськості. На другій річниці Революції Гідності всі ідеали, за які люди мерзли і горіли на барикадах, за що вони
терпіли побої і кулі снайперів. А потім, спочатку в центрі Києва, а потім тисячі наших героїв на фронтах Донбасу. Всі ці цінності, ідеали розтоптані і розчавлені тими же олігархами, які довели країну і народ до безпросвітного стану. І політиками, які не зуміли бути вище інтересів власних кишень. Зараз настає момент істини. Момент істини для всіх політичних сил, які готові брати відповідальність за країну і відповідати перед народом. І момент істини для українського народу. Для всіх нас. Це дійсно момент істини для влади, для президента, для уряду, для ради. Але це, по-перше, наша відповідальність перед всім. Олігархічна контрреволюція розраховує на те, що ми всі опустимо руки і покірно зміримося з тим, що сталося. Значить, зміримося з тим, що у нас, як у держави, немає майбутнього. Що у нас завжди буде так і нічого не зміниться. Що ми всі невдахи, якими завжди будуть керувати багаті злочинці. Вони думають, що своїми постановками, спектаклями, своїми змовами, це зради, які ми бачили, вони будуть і маніпулювати, і обдурять всіх, як це завжди було. Що своїми телеканалами і брехливою пропагандою перефарбують всю країну в свої кольори. Але вони помиляються. Глибоко помиляються. Так само, як помилялися всі режими до них, які думали, що українців можна легко обдурити, залякати і принизити. Парламент оголосив незалежність від народу цим своїм рішенням і відсутності рішення. Значить, пора народу оголосити незалежність від Ради і парламенту. Народні обранці, які вирішальний момент для країни, вирішальний для країни момент, повернулися спиною до народу, які один за одним, ми все це бачили, текли в залу засідання, щоб уникнути відповідальність, які допустили реванш олігархів, не можуть претендувати на те, що вони представляли український народ, наше суспільство. Для мене вихід один – це склавшися ситуація. Ситуація, яка склалася декілька днів тому. Вихід один – дострокові вибори до Ради. Тільки дострокові вибори. Тільки повне оновлення політичного класу України. Я переконаний, що... в цьому самому залі є багато нових облич і персоналій, багато талановитих, патріотичних сил. То, що багато разів бачив, представники зараз теперішньої так званої еліти політичної, для них Україна – це не їх цінність, це не їх батьківщина. Я не бачу головного, що треба мати, коли ти робиш політику. Свої любові і до своєї шанування своєї власної батьківщини. Я цього не бачу. Але я бачу це в народі України. І треба повернути до народу цю владу, і треба привести до влади яких ваших представників, які дійсно щось роблять для України, для народу. І я переконаний, що разом ми це зможемо зробити. Тому, шановні друзі, я тут для того, щоб після всіх наших там виступів і промов поспілкуватися, я буду дуже щасливий відповісти на всі ваші питання. І
треба, щоб так, зробити такий відкритий формат, для того, щоб ми після донесли ваш голос також до Києва. Ми донесемо ваш голос до Києва, ваші прагнення до Києва, ваші проблеми до Києва, і ми і все, все можна буде змінити. От ви побачите. Я майже потеряв якусь там практику української мови в Одесі. І для мене це також дійсна можливість чудова повернути мову разом з вами. І дякую вам за це. Я не думаю, що український народ хто-то не вважає. Як в своє время імперія Габсбургів спасла всю Європу від атаманського нашествия, так наші солдати кожен день спасають теперішню Європу від угрози з Востока. Это так. Поэтому было бы крайне глупостью со стороны европейцев это не понимать. Многие из них пытаются этого не замечать на политическом уровне, но я думаю, что это остается в Европе, в истории, потому что то, что мы делаем, в принципе, наши солдаты делают для страны, но одновременно так оказалось исторически, что это все они делают для Европы. Это абсолютно чудо. Проблема в другом. Если мы... Очень много сил тоже и в Европе, и в Америке, которые бы хотели закончить с украинской проблемой. Зачем им проблемы? Они хотят торговать с Россией, им хочется что-то на что-то обменять в Сирии. Разве украинцы виноваты, что мы не отправили там 10 миллионов беженцев в Европу? Рядовые украинцы любят страну, и хотя ее превратила власть в самую бедную страну в Европе, очень неохотно уезжают из нее. В отличие от сирийцев, афганцев, иракцев, которые из-за других тоже обстоятельств, но они массово покидают. Сирию покинул половина населения уже. Поэтому, поскольку мы не создаем таких проблем, как сирийцы, им бы хотелось решить свои проблемы за счет, может быть, нас. Как они могут решить наши проблемы за счет? Если Украина не покончит с коррупцией, их главный тезис будет, Украина сама себе не хочет помочь, чего мы должны ей помогать? Все очень просто. И когда нам говорят, что, знаете, Вот мы вам дадим один шанс, второй шанс. Но Украина – военная проблема, Украина – экономическая проблема. Чего мы должны… Во-первых, военная проблема – это не наша вина. А то, что мы стали самой бедной страной в Европе – это наша вина. По свободе делания бизнеса мы на 163-м месте в мире. По рейтингам, вот это есть Heritage, который основной рейтинг. Там потом рейтинг Грузия была на 20-м или 21-м. К концу моего президентства она начала бы еще дальше поднималась. По свободе ведения бизнеса Всемирного банка там из 100 с чем-то стран, Украина на 83-м, например, Грузия в конце моего президентства была на 8-м, но там на 1-м Сингапур и так далее, но это 83-м очень-очень низко. Мы там наряду там, с Узбекистаном, там, с Камеруном, с такими-то такими странами. По коррупции, мы, значит, 80% украинцев говорят, что они имеют дело с коррупцией всех бизнесов, которые непосредственно ежедневно. Это такое же самое было в Грузии в начале моего президентства, к концу моего президентства это было меньше 1%, и то мне всегда было интересно, кто этот 1%, и оказалось, что это врачи, которые к тому времени еще, мы еще не построили новую больницу, и вот последний год, когда уже мы построили, тогда уже и врачи-то перестали брать деньги. Но почему я это рассказываю? Просто по всем рейтингам, по теневой экономике. Со время этого правительства у нас была теневая экономика 32%, официальная цифра правительства, она возросла до 48%. Экономика Украины сократилась в два раза. Это стыдно, потому что у страны такие ресурсы. Ну, это надо выше, я не знаю, какой математикой надо руководствоваться, чтобы страну с такими ресурсами в два раза сократить. Это не просто война, у нас то же самое было. У нас все время, за время моего президентства экономика Грузии выросла почти 4 раза. Мы все время были под обстрелом, мы все время были под нажимом, под конец, под большим вторжением, там 100 тысяч армий и 200 самолетов нас бомбило. Но почти 4 раза выросла экономика. Когда ты не крадешь, когда ты другим не дашь красть, когда ты даешь возможность. Если, но Грузия, она маленькая, она, ну, ее даже при всех успехах можно сказать, что можно не замечать. И Украину не замечать невозможно. Но чтобы она превратилась из объекта мировой политики, субъекта, она должна провести вот эти необходимые изменения, закончить с кражей и с разворовыванием. Потому что все говорят, если сейчас мы объект, сейчас нами, там, давай, может, в июле обменяем там на что-то. Мы самая большая страна в Европе. Как можно нас менять на кого-то?
Мы житница Европы. У нас самые высокие технологии. У нас логистические центры, которые совершенно уникальны. У нас есть все для того, чтобы мы сами по себе должны быть так нужны Европе, Америке, всем другим, что Россия там может отдохнуть вместе. Учитывая, что у России что? Энергоносители. Они дорого уже не стоят. А у нас все остальное, чего у них нет, если это правильно использовать. Но опять-таки, поэтому вопрос смены правительства и вопрос национальной, это вопрос национальной безопасности и национального выживания. Потому что все очень просто. Сейчас многие тоже, я знаю, что многие европейцы, американцы говорят, может быть, лучше, чтобы не было выборов. Но извините, их логика такая, может быть, намного хуже. Мы должны исходить, я глубоко верю, что может быть намного, намного, намного лучше. Нельзя так ненавидеть народу. Этот народ сделал чудеса для Европы. Да, был плохой опыт с олигархами, да, нас много раз дурили. Но на этот раз не даст народ себя обдурить. Но просто надо это быстро сделать. Надо сделать быстро переходы президента. Надо поменять политическую элиту. У нас это политическая элита, которая 25 лет сидят, знаете, как на карусели. Они все знают, вот есть кормушка, карусель медленно движется. Все они сидят в каруселях. Вот ты у власти, ты подходишь к кормушке, наберешь себе быстро кишень там, поехал дальше, ждешь своей очереди. И чтобы этого не было, просто надо сказать, ребята, а выросло же новое поколение, или люди другие, которых раньше не подпускали. Надо сказать, ребята, все уже, вы уже выросли, там давно сидите. Сходите, кормушку надо убрать. Вы сходите, мы сейчас покатаемся. Привести новых людей. Новых людей, которые не будут там ради кормушки, просто и по кругу. Надо вперед идти. Мы все время ходим по кругу. И поэтому я думаю, что это очень срочный вопрос, хотя бы из-за национального спасения. Тут вопрос спасения национального, решения вопроса национальной безопасности, экзистенциальный вопрос для Украины. С нами не могут торговать, когда мы станем... Знаете, сейчас последние несколько месяцев, последний закончен этот вопрос, очень много хороших статей про Одессу. Несколько дней назад «Нью-Йорк Таймс» была, сейчас ведущая голландская газета, для меня это было важно, потому что там референдум по Украине, 5 страниц про Одессу, интервью со мной, как там какие-то реформы, «Вашингтон Пост», там «Монд», там «Франкфуртер Альгемайн», практически все большие издания, все, я боюсь кого-то пропустить. Они так бы хотели что-то хорошее увидеть по всей Украине. В Одессе вот чуть-чуть зашевелило что-то, и уже им приятно про это писать. А представляете, если в Киеве были действительно большие изменения? Если город Чедовцы, я сегодня походил. Фасады, которые ремонтировали якобы 5 лет тому назад. Какой они формы? Знаете, мы в Грузии, у вас есть один из самых прекрасных городов мира. Без всякого преувеличения. И когда там... Я был на Нацраде по реформам, там, где сидели многие, в том числе, как мы знаем, выпускники вашего университета и жители вашего города. Я там поднял вопрос, что давайте развивать туризм в Украине. Очень много возможностей, денег может прийти из туризма. В Грузии у нас было 100 тысяч туристов, когда я стал президентом, когда я закончил, было 6 миллионов. 100 тысяч до 6 миллионов. Я говорю, и они так наивно спросили, вот, в том числе ваши земляки, а что, разве у нас есть потенциал туризма? Я говорю, вы где выросли? В лесу или в Черновцах? Ну, правда? Кстати, лес тоже очень, очень туристический у нас. И пока его не обрубили, а порубили полностью. И реально об этом идет речь. Что, то есть, такой бренд. И как мы даже просто только из-за этого бренда нас не могут просто предать, если их правильно рекламировать. В Грузии у нас не было этих многих зданий, мы выдумали. Вот мы нарисовали, как будто были, и сейчас никто не помнит, они были или не были. Они есть. У вас есть. Вы сидите на этом клондайке, мы все сидим, и мы это не используем. Поэтому, когда мы говорим о том, что Украина должна, чтобы ее уважали, мы должны перестать сами, во-первых, сами должны уважать, сами должны любить свою страну. Наша элита не любит страну. И второе, реально рекламировать то, что у нас есть. У нас есть чудеса, о которых только мы с вами информированы, и никто больше в мире. Во-первых, это проблема со святой. Потому что я у нас... Абсолютно фантастические факультеты есть, и абсолютно фантастические специалисты еще сохранились, особенно в технических галузях, там, в сферах. Но реально коррупция в высших учебных заведениях. Каждый год 45 тысяч украинцев выезжают на учебу в Польшу, только в Польшу.
И реально мы теряем золотую молодежь, потому что они, естественно, быстро переходят на польский язык. Там рабочие руки нужны, ум, главное, мозги нужны, а мозги отсюда идут и утекает будущее Украины. И это очень печально. Знаете, когда... Я думаю, что в Украине талантливых людей во всех поколениях достаточно. Но когда в Грузии мы меняли, реформы делали, в конце, со все годы моего президентства, кроме одного года, 2008-го, когда нас бомбило эти 200 самолетов российских, но за все годы больше людей приезжало в страну, чем уезжало. Почему? Две причины. Во-первых, страна росла быстрыми темпами. Я, как сказал, она почти 4 года. Нам нужны были новые люди. Во-вторых, молодежь перестала уезжать. Кто обычно уезжает? Молодежь. Почему молодежь перестала уезжать? Потому что каждый раз было, во-первых, создавались новые рабочие места. Во-вторых, в госаппарате было очень много молодежи. У нас к концу моего президентства 80% госаппарата было в возрасте до 30 лет. Это не обязательно всегда хорошо, потому что я считаю, что тут много очень хороших людей старшего возраста. Но у нас было такое направление. В Грузии сложнее было со старшим возрастом, если честно. С законопослушностью, там, с другими там, криминальными там, другими вещами. И в результате наше все государство излучало, что мы для свободы открыто. И я недавно, я когда заканчивал свое президентство, ну, я всегда и так ходил там, по уличным кафе, сидел там один, и подошла ко мне одна девушка. Говорит, я, говорит, была, говорит, вице-президентом там, на самой главной страховой компании, когда, говорит, мне было 23 года. Ну, это большая страховая компания, самая крупная Грузия. Говорит, но это, говорит, мои одноклассники были заместителями министров, депутатами. Один, говорит, даже министром был, там 25 лет ему там, или 24 было, когда действительно у нас были министры такого возраста. Ну, так, молодая страна, и мы экспериментировали. Он говорит, мы были абсолютно сумасбродные. Мы говорили много глупостей. Ну, какой-то человек, который сидит в кабинете 24 года, он не совсем адекватная вещь, правильно? Он может там, он может подраться, он может там до утра там в дискотеке танцевать. Потому что, ну, он говорит, но при этом, говорит, мы брали бешеные риски, молодую страну только можно построить, взяв на себя риски. Взяв на себя смелость, говорит, и вещи, которые мы сделали в бизнесе, вы, говорит, правительство, только, говорит, молодежь могла делать. Это тоже психология. Потому что молодые способны делать, и сейчас в Украине надо держать. Сейчас в Украине делают совершенно такие резкие вещи, и нельзя ждать. Молодежь имеет хорошее качество, она нетерпимая. Я сам до сих пор сохраняю это качество, я очень нетерпелив. Украине так все надоело, так все осочертело, сейчас не надо ничего откладывать, надо быстро действовать. Поэтому нам нужно будет больше молодежи. Так я вижу. Спасибо. У меня есть больше важная амбиция, чем премьер-министр. На самом деле, почему? Чому я хочу объяснить, чтобы Петру Алексеевичу был спокойным? Это его не касается. Мы должны поменять все правила игры. Примеров будет много в Украине. Но эта следующая группа должна поменять все правила игры. Мы должны привести всех абсолютно новых людей, всех возрастов, мне так кажется, во власть. Потому что одни и те же. Мне часто говорят, почему в Грузии получились реформы? Грузия маленькая страна. Наоборот, в маленькой стране реформы очень сложные. Потому что я уволил там, мы уволили 100 тысяч человек. Там в городе Тбилиси, где живет 1 000 000 человек. Они мои соседи были, над моей квартирой, на моей лестничной площадке. Там у меня был такой дядька жил, он был там директором метрологии грузинской. Он вообще целыми днями сидел, всю мое детство он сидел во дворе, играл в нарды, у него всегда была хорошая машина, он всегда ездил в хорошие места отдыхать, у него было всегда много денег, потому что почему? Ну, всем надо было метрологи. Потом я думаю, к черту, вот сейчас то же самое проблема у нас в Одессе. Не давали разрешения, виноделам не дают разрешения, надо 39 ступеней пройти, в том числе несколько связано с метрологией. Думаю про себя, зачем это метрология? В Грузии мы эту службу вообще закрыли. Ну и он остался без работы. Естественно, я для него был самым худшим изменником. Он меня там в детстве конфетами кормил во дворе, там, добрый был, там, это сам улыбался, всегда там застолье устраивал и так далее. А говорит, как вырос этот человек конфетами, говорит, службу упразднили, остался без работы. Украина такого размера, что здесь можно всех уволить в один прекрасный день, плохих людей, и никогда больше не увидеть. Thank you.
Но у нас одни и те же несколько тысяч человек последние 25 лет сидят на одном месте. Это политический класс, который создал Леонид Кучма. При нем было создано. И с тех пор практически те же люди. Они уже бизнес вместе делали, и кидали друг друга, они уже поженились, поразвелись, там, и они там это самое. Главное, что они вот в замкнутом круге в этом. Это происходит везде. Это в прокуратуре один и тот же замкнутый круг, в судах один и тот же замкнутый круг, там в Раде один и тот же. Они из партии в партию. У нас в Одессе партия это как? Это просто ты вывеску поменял, сейчас это выгодно, там поменял эту вывеску, потом купил следующую вывеску, франчайз. И реально одни и те же люди, правильно? И поэтому в такой ситуации просто надо вот этот очень замкнутый круг. Почему в Украине трудно делать реформы? Потому что одни и те же люди все время. В такой огромной стране никого больше никого, они не подпустили. Они все время, это, они вроде друг против друга, как дело доходит, как было на этом голосовании. Ну, вроде куда? Оппозиционный блок называется. И дружно не голосуют за отставку правительства. В какой стране мира оппозиция не голосует за отставку правительства? Ну, они просто так называются. На самом деле, кто-то оппозицию, кто-то играет роль оппозиции, кто-то играет роль непримиримой оппозиции, кто-то там в партии власти. На самом деле, все одно и то же. Они все одного круга и одного поля ягоды. Да, и даже кшегерши. И в Одессе другая ситуация возникла. В Одессе возникла ситуация, когда у нас есть сейчас глава ОДА, полиции, прокуратуры, таможни, которые не берут взяток. Но это как допустим, это как работает это в Одессе, как работает таможня. Значит, в Одессе, значит, мы зашли, первое, ну, сначала нам сказали, что если хотите делать дороги, денег у вас нет, и мы вас все украли, 6 миллиардов украдено было в предыдущие годы на 10 гривен, когда гривня еще была не в хорошем здравии. И говорит, что мы с таможней можете оставлять себе 50% дохода. Ну, обрадовались, хорошо. Сказал Яценюк, мы пожали руку. Через 2 дня он забрал ленинградскую таможню, 30% дохода, на всякий случай, потому что чем черт не шутит, вдруг мы не перевыполним. Потом мы назначили, наконец-то, много руководителей, он сказал, а у нас там основные вещи, которые, вот, допустим, у вас тоже на рынке эти все, это площадки. Через площадки они проходят, это китайские в основном товары, там из Турции идут. Ну, понятно, не все такие товары плохие, но реально эти инвойсы переделываются, и это все, каждый таможенник за это берет взятку. В Одессе это исправить невозможно, потому что это надо исправлять в результате вся во всей стране. Поэтому мы им сказали, убирайте это в другие таможни. Они очень счастливо перешли на вашу таможню, на Львовскую таможню, на Винницкую таможню, Киевскую. И, кстати, таможенники тоже написали заявление. Многие перешли, там они взятки делают там. В Одессе мы оставили только товары Евросоюза и Соединенные Штаты, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. И что получилось? Мы оставили реально по инвойсу 20 чем-то. А что такое инвойс? Это таможенник раньше говорил, я вам говорю, что это дорого стоит. Мы говорим, нет, мы принимаем, как инвойс написано. В результате того, что у нас осталось меньше там, 30% грузов, план в прошлом месяце мы перевыполнили. То есть, о чем это говорит? Если не красть, даже маленькой лаборатории, потому что это маленькая одесская таможня очень уменьшилась в результате всех этих манипуляций, если не красть, есть огромнейший ресурс. А представляете, если вся украинская таможня будет так работать? Поэтому об этом я говорю. Поэтому, когда мы говорим о смене политической элиты, это очень важно, чтобы должны прийти новые люди. И когда вы мне говорите, что первые шаги, я скажу, какие первые шаги нужны для страны. В первую очередь, это нужно, я считаю, что нужно создать настоящий рынок земли, но не такой, чтобы, как, то есть там что-то государство должно регулировать. Настоящий. Сегодня мы имеем латифундистов, сегодня мы имеем пайщиков, сегодня мы имеем теневой рынок, когда одни и те же люди сидят в парламенте, на областном уровне и так далее, у них реально эти земли есть, они реально ими торгуют, но бюджет из этого ничего не получает, никто ничего не получает, и просто это теневая вещь. Вторая, или мы меняем и назначаем настоящих, хороших, эффективных руководителей госпредприятий, или мы их всех приватизируем. Невозможно. Сегодня мы платим каждый год от 50 до 120 миллиардов гривен за то, чтобы содержать эти госпредприятия из своих карманов. Представляете, что происходит? Мы, то есть, они это правительственные цифры, это не мои цифры. Даже если бы у них была маржа 10% у госпредприятий,
то тогда мы теряем, если при 10%, мы теряем каждый год еще два раза. То есть 5 миллиардов долларов они признают то, что мы субсидируем, а еще 5 миллиардов при марже 10% прибыли мы еще теряем. То есть каждый год официально с госпредприятия крадется 10 миллиардов. Мне говорят, госпредприятие государство не может отдавать. Так государство не может им управлять. Надо, но надо, если приватизировать, надо не так, что они там опять между собой что-то устроили. Реально приватизировать. Реально. А тогда они будут платить налоги, тогда они будут платить, тогда там будет больше рабочих мест, тогда они будут работать на страну и на себя. На страну и на себя, это нормально. Сейчас они работают только на чиновников. Что нужно сделать? Конечно, нужно посадить людей. Я не считаю, что в Украине нужно много людей посадить. Достаточно создать прецедент, что 10, 15, 20 человек, и все на этом закончится. Я вам расскажу вот историю сейчас с Киваловым. Значит, Кивалов уже как Кощей Бессмертный всех украинских властей. И, может, каким-то образом он обладает удивительным качеством, всем нравится. Или всем быть нужным. Я когда зашел, у меня же много телефонов было, и первый же день там зашел, и какой-то телефон зазвонил. Ну, моя помощница взяла, она говорит, ну, я там сидел, говорит, а у меня была встреча с какая-то там совещание, я говорю, что ответь, потому что у меня сейчас... Она говорит, я слушаю, она говорит, да, но он занят. Говорит, ну, я понимаю, что кивал, я понимаю, что никто никогда не отказывал. То есть он начинает на нее кричать, что никто никогда не отказывал первый же час работы со мной разговаривать. Как он посмел не взять трубку? Ну, конечно, я не брал трубку и ни разу с ним так и не разговаривал, но потом, конечно, все его каналы, у него там несколько телеканалов, они все обрушились, конечно, все суды получили инструкцию, все блокировать, то, что мы делаем и так далее. Потом, наконец-то, впервые в истории налоговая решила проверить, прокуратура поручила налоговой проверить его академию. Нельзя было ее трогать вообще. Приехала группа из Киева, зашли к прокурору, трясутся вот так. Он говорит, как чего, что у вас, она говорит, вот цвета лица нет. Да это ж Кивалов. Он говорит, вы украинцы или нет? А прокурор грузин, он говорит, украинцы. Так вот, он говорит, мы украинцы, как Сахалинцы говорит, должны обязательно заняться этими людьми, которые реально служат в Москве. Но они говорят, ну ладно, он их, ну они говорят, тихо говорят, ну понимаете, что никто, он всегда вылезет сухим из воды. А нам потом, нам дадут по шее. И так было всегда. Поэтому нам надо создать прецедент. А таких людей 10, 15, 20, 30 по всей стране, которых никто никогда не может тронуть. Как только они будут отвечать, никто, я не кровожадный, но как только они будут отвечать по закону, все станет на свои места. Я вам скажу, вот откуда взять финансирование? Из тех же шагов. Значит, да, зараз, например, на приклад. Я когда стал президентом Грузии, у нас была коррупция еще похлеще. Значит, арестовали начальника железной дороги. Через три дня он, покопавшись, подумал в камере, привез достаточно денег, что мы заказали 8 полных пассажирских составов в Украине на его деньги личные. Его выпустили на все четыре стороны. Мы купили там, я не знаю, 8 чем-то вагонов на его деньги. Почему бы нет? Потом арестовали бывшего начальника дорог, который дороги делал всю жизнь. То делал, но в Грузии не было дорог, как и здесь. Я приехал по дороге, имел удовольствие, много раз ездил по этой дороге, которой вы имеете удовольствие ездить каждый день. Этот человек, а нам нужна была дорога из центра города в аэропорт. У нас даже этой дороги не было. Он в тот же вечер принес достаточно денег из кармана, чтобы мы построили эту дорогу, отпустили. Потом арестовали Эдуард Чаварнадзе, мой предшественник. Он имел самую большую мобильную компанию в Грузии. Она была практически монополистом. Ну, арестовали его зятя, который формально владел компанией. А в Грузии была задолженность по пенсиям. И он принес достаточно денег, через два дня он одумался, чтобы заплатить задолженность за 3-4 месяца всем пенсионерам Грузии. И это была абсолютно двусторонняя выгодная сделка. Почему я говорю? Я всегда говорю украинским моим друзьям и знакомым украинским политэлите. Когда я стал президентом, в Шеварнадзе была эта мобильная компания, которая стоила 200 миллионов долларов. Ну ладно, они принес там несколько десятков миллионов обратно, чтобы платить пенсии. Но когда я перестал быть президентом, у меня ничего нет. У меня нет ни одного бизнеса, ни у одного моего члена семьи нет никакого бизнеса. Но его компания уже стоила 1,2 миллиарда. То есть страна выросла.
И он стал очень богатым человеком. Он стал миллиардером. Но эта семья стала миллиардерами. Хотя они до конца своей, он до конца своей жизни ненавидел меня, потому что я его с власти убрал. Но он при этом стал богатым человеком, потому что вся страна стала богаче. Я им говорю, зачем давайте сразу за ручки? Вы все бизнесмены. Зачем бы то одного словят там какого-то Праги там, с чемоданом кэша, то другое швейцарская прокуратура вас будет. Они все время отмывают эти деньги, которые они берут с леса, который отсюда вывозится, там, с контрабандных товаров, которые сюда заводятся, там, я не знаю, там, с нефтепродуктов, которые там тоже контрабанда везутся, и поэтому нельзя нормально развить эту отрасль и так далее. Так лучше, чтобы они все честно делали, лучше, чтобы страна пошла наверх. И не надо на таможне зарабатывать, не надо налога, да, на НДС они зарабатывают, то есть черные деньги. И тогда совершенно легально они будут начисляться на их счета, легальные деньги с их легальных компаний, которые будут гораздо дороже, потому что страна будет дороже, потому что туда будут, пойдут инвестиции. Но почему они мне не верят? Потому что они не верят в будущее Украины. Почему? Что случилось 3 дня тому назад в Раде? Случилось следующее. Они... Так олигархи, власти договорились, и администрация, и там правительство, и олигархи. Реально, чтобы как только остался Яценюк, через день он объявил, что нафту будут назначать представителей там двух главных олигархов. То есть им сейчас начинается большая приватизация. Пропустили сразу закон по приватизации. Если они приватизацию проведут по своему сценарию, они прозрачны, которые я призываю. Если они будут назначать своих представителей госпредприятий, то у них еще будет 6 месяцев абсолютно суммы зарабатывать и с собой прихватить приватизированный, например, Одесский припортовый завод или какой-нибудь порт, например, порт Южный. Это конкретные цифры. И поэтому плевать они хотели, что мы им, им обязательно надо удержаться еще минимум 6 месяцев у власти. И мы не должны им позволить удержать 6 месяцев. Потому что это будет, когда мне говорят, выборы стоят дорого, каждый день пребывания абсолютно грабительского правительства у власти стоит гораздо дороже. Гораздо дороже. И это мы должны понимать. Потому что мы потом такие деньги потеряем, что потом мы очень долго их будет. Я не уверен, что мы не сможем их так же вытрясти, как я в свое время это в Грузии сделал. Но все равно не должны быть неприкасаемы. Поэтому вот мы делаем. Мы делаем прозрачную приватизацию, мы сделаем рынок нормальный, настоящий, но с учетом государственных интересов. Мы делаем, мы конкретных людей пересаживаем и делаем полную дерегуляцию, дебюрократизацию экономики. Сегодня в Одесской области, например, у нас была проблема. Был французский винодел. Он продал своему какой-то женщине со своего села 4 бутылки вина. Его хотели посадить. Потому что у него нет лицензии. Чтобы получить лицензию, я рассказывал, 39 разрешений. 39 нужно получить, из них 6 разрешений из Киева. За каждое разрешение мы все знаем, что платят взятки. Он мне говорил, я платил, говорит, $300, $700, $900. А потом, говорит, они потребовали за 2-летнее разрешение 5 тысяч. Я, говорит, произвожу там всего, там, у него там маленький виноградник. Каких 5 тысяч? То есть нигде в Грузии, если я делаю свое вино и продаю своему соседу, мне не нужно никакого разрешения. Зачем разрешение? Если я захочу там название какое-то иметь, мне надо за это заплатить. Но так я называю его вино Миши, произвожу там 5 тысяч бутылок, я, конечно, раздавал на подарки, мог бы и продавать. Если бы продал 5 тысяч, тогда, может быть, мне пришлось бы маленький налог платить. Все. А тут у нас за каждое строительное, серьезное строительство 26 разрешений. Из них 22 могут отказать. В Одессе, например, я знаю как факт, потому что мэрия нам не подчиняется, как вы знаете, за каждое строительство от 200 тысяч за каждый проект до $1 млн. В Киеве до $600 000. И это почему? Потому что искусственно все создано, чтобы иначе не могло быть. Все наоборот сделано. Чиновник, чтобы что-то хорошее сделать, у него нет рычагов. Плохое любой чиновник может все попортить. Все так построено. И поэтому страна не движется вперед. Вот поэтому надо создать настоящий рынок, реально прозрачно или управлять предприятием, или приватизировать. Надо, конечно, сажать людей за коррупцию. Надо регулировать, отменить к чертовой матери все эти регуляции. У нас, кстати, Одесский пакет реформ, уже 29 законах, все, чтобы отменить, уже есть. И знаете, что мы внесли, а представитель Народного фронта, не Бурбак, ваш земляк, а еще там его заместитель, она сказала, Одесский пакет реформ сепаратистский, потому что там есть норма, где человек может распоряжаться своей землей без разрешения контролирующих органов.
Извините, но человек, я думаю, что это идея французской революции уже еще, даже большевистской революции, по-моему, плохой пример. Что значит, человек может распоряжаться? В свое время Франц Йозеф передал земли там Австро-Венгрии крестьянам, чтобы они распоряжались. В 21 веке мы будем спорить о том, что если у меня есть земля, чтобы я не ходил 30 инстанций за каждым маленьким действием на этой земле, и это они называют сепаратизмом. Самый худший сепаратизм, то, что у нас сейчас есть, феодализм. Пока есть феодализм, когда каждый чиновник, ты абсолютно бесправен, и каждый чиновник может тебя пришантажировать, у нас ничего не будет. Это очень, вот, очень просто делать. И не представляем, как это просто делать. Нас просто должны туда подпустить. Это можно отменить за максимум 2-3-4 недели. Когда нам говорят правительство, торжественно сообщают, в этом году мы будем расти 1%. Украина должна минимум расти, Украина 10-11-12% ВВП, потому что если мы будем расти только 3-4%, как они нам предрекают, мы достигнем уровня Януковича 2013 года через 25 лет. Или 20 лет, по-моему. Катастрофа. То есть мы не можем себе позволить. А что это означает? Я не вижу, допустим, проблемы, естественно, у вас в области. Но, например, в Одесской области, если мы не построим дороги, если мы не построим водную систему, если мы не построим переправы, а на это нужны деньги, у нас будет большая проблема с вражескими элементами, которые из-за границы хотят нас дестабилизировать. И мы, у нас будет дальнейшая территориальная проблема, если мы не вложим деньги в развитие. Откуда эти деньги придут, если правительство нам говорит 1% роста? 1% роста означает, что в следующие 10-15 лет мы не построим дорог. Не построив дороги 10-15 лет, допустим, в украинской Бессарабии, мы создаем себе огромную проблему для украинского государства. Опять проблемы национальной безопасности. Проблема украинского, удержать украинскую державность. Как ее удержать? Только быстрым развитием. Только быстрым развитием. Вот есть, а в Аджаре у нас был большой сепаратизм. Мы выгнали этого местного сепаратистского вождя. Никто сейчас в Батуми не вспоминает про это. Потому что Батуми стал, и Аджария стал самой быстро развивающей области Европы, не то что Грузии. Там она выглядит как Сингапур сейчас уже. Никто вообще, раньше были как в Одессе, идея Порто-Франко, пусть центр нас оставит в покое. Они сейчас говорят, что очень хорошо быть центром, потому что центр вложил туда огромные деньги, центр дал все, и они очень счастливы, что они частично грузинского государства. Если мы это ощущение не дадим по всей Украине, у нас будут проблемы. Поэтому надо быстро действовать. Вот мы создали центр обслуживания граждан в Одессе. Самые быстрые услуги в Украине. Всю молодежь набрали по конкурсу. На 26 глав районных администраций, у нас был один из них, Олесь, тут присутствует, у нас было 7 тысяч заявлений. Лучших людей набрали. Почему? Потому что я этих людей увидел в последний день конкурса, когда они пришли по 3 уже, из 7 тысяч отобранных, там 5 разных комиссий. Тесты абсолютно такие слепые. И практически не было жалоб на несправедливость. Хотя за бортом осталось почти 7 тысяч человек. Почти не было жалоб. А что, все было честно. Знаете, как я в Грузии, как мы сделали, что мы, вокруг меня не было, все мои правительства были очень разные люди. Маленькая страна, очень разные люди все. Они были, я в центре Тбилиси, они в основном были из разных сел. Мы никогда, то есть даже социально ничего общего друг с другом не имели раньше. Но мы их всех набирали по конкурсу, по, ну, когда я еще был министром юстиции или там председателем парламентского комитета, и все время вот через конкурсы, через открытые соревнования и через демократический процесс. Знаете, я уверен, что я знаю очень потрясающее количество очень талантливых людей с вашего города. Действительно, у меня есть знакомые друзья в Америке, я многих знаю, человек 10 могу вспомнить, просто они, причем, если это чиновцы, они, у них это отдельная гордость, это как Одесса чуть-чуть, там, они держатся вместе, они все время гордятся своим городом, это просто удивительно. Очень много талантливых людей, но я не уверен, что все талантливые люди родили у вас, учились в классе нашего премьер-министра. Это и есть меритократия. Что действительно талантливых людей, а не тех людей, которые ты в бизнесе, поэтому ты только им можешь доверять, поэтому только они будут получать контракты, поэтому, потому что если ты или деньги, то можно только с такими. Это правильно. Но если строить страну, можно с теми людьми, которые умеют строить. А это талант от Бога, а не от того, что случайно вы пересеклись. Поэтому на самом деле со мной не разговаривала в конце моего президентства половина моих родственников.
Все, на меня были очень злые мои однокурсники, одноклассники, там, я не знаю, во дворе со мной кто мешал, потому что никто из них при мне не стал успешен. Не потому что иногда я искусственно даже делал преграды для своих родственников. Недостаточно сказать, что никому не давать привилегии. Надо позаботиться, чтобы твои родственники не пользовались этими привилегиями. Я признаю, что я давал поручение, например, нашим там, МВД и прокуратуре следить за... Не следить, а следить за тем, чтобы некоторые члены моей семьи не занимались бизнесом. То есть единственное, где я действительно чинил преграду, это моим родственникам. Потому что как только твой родственник, у него прорезается талант бизнеса, особенно после того, как там, допустим, твой родный брат, допустим, к слову, стал президентом, то в этой стране ничего хорошего не будет. И надо было проактивно. Потому что если только родственник президента может там какую-то сферу делать бизнес, больше никто туда не туда, да просто психологически туда не зайдет. Поэтому даже проактивно надо делать, чтобы ближайшее окружение не имело привилегий. Я думаю, что это так и так будет в Украине. А в Украине это особенно так, потому что украинцы никогда по своей природе не признавали сильную власть. По своей природе они фантастически, мы, надо сказать, фантастически самоорганизованы, я хочу быть на высоте. И по своей природе они очень любят свободу. И очень любят, когда на них что-то навязывают. Просто надо этим всем качествам сейчас дать проявиться, и все.